Вот. Куда? Вот, смотрите, какой красивый шаврончик. О. Куда ехать, ребят? Подскажите. GPS включи, Слоупок. Включил GPS, ничего не видно. Левее, постарайся левее уйти. Я вообще туда плыву, нет? Левее, левее, левее. Что не слышу? Я все поменял. Они сами прыгают и уже в парашют выпрыгивают. Интарий, меня слышишь? Да, слышу, а ты меня? Нормально слышу. Слушай, куда нам снег сказал? Право. Нам сказал снег через высоту 40 на точку ретро. Бля, Кнайт, засранец, бля, брифинги где был? Да, блин, отошел по работе. Зарежу ножом, понятно, солдат? Да ладно, я его в курс дела введу. Нормально, я все понял. Что имею, то и введу, ребята. Только что-то у меня шмель не отвечает. А, вон смайлик. Я вижу. Cease fire! Fire! Приятного аппетита! Ага. Кусь не обляпайся. Антарио, нам через дверь. Киллер, оставить разговоры. Высоту 40. Да. Точки рекрут. Ребят, почти. Координаты 035-007. Я к гавани. Подплываем к гавани. Не забудь Слоупок крючок сделать. Без проблем. А чтоб удобно было потом ему выдвинуть. Стоп. Да. Кто у нас на точку снейк идет? Так, ребята, Антарио. Все высаживайтесь, ребят. От церкви пойдем. Прием. Ребята, все высаживайтесь, кто в лодке остался. Так, ну двое бегут. Третьего не вижу. Почему? А вот позади все. Тебе. Не-не-не, вот вижу. Так, да я тут я вот. Все, мы уже Шмель, собрались. Давай все. Будет замыкающий. Давай, Вики. Антарио, ты второй. Так, все, выдвигаем. Пожалуйста, стоп. Попрошу сказать, кто в точке Снейка находится. Доложите. Я вот нахожусь в точке Снейка, Шпиллер, вот он я. Принял. Ирбин, а мне в лодке типа сказать. Через сарай пойдем. Шпиллер, точка в лодке сидит. В точке Снейка, оставить базары. Ирбис, точка Снейка. Еще один сидит в лодке, без понятия. Снейк, вот ты какой из них? Так, я прикрываю, давайте к левому также. Шпиллер, Ирбис, еще кто? К забору левому. Денчик, прием. Снейк, у нас один в лодке остался, АФК. Да я уже здесь. Денчик. Тебе куда выдвинуться, Евлена? Солдаты, сюда, сюда, спрятались воздух, за дом. Воздух на востоке. Отдает на предохранитель, поставь, солдат. На предохранитель, что ты мне пушкой своей тычешь в нос? Шмель, прикрывай сзади. Назад, как его поставить? Я не знаю, а вы 70 лет играете в армию. Шмель, в сторону сарая смотри. Давай, выйди тогда назад туда, за солдат. Дэн, тебе куда явлено выдвинуться? Так, Антарио, прикрывай. А я не слышал, я отходил. Я тебя зарежу ножом, понял, солдат? Подходи сюда, точка Снейка.
Так, Шмель, переходи. Наш капитан ко мне. С гор, с Кавказа, ребят, не обращайте внимания. Открывай дорогу. У них там так принято. Так, Антарио, давай ко мне. Ехали с ножом. Все цепочкой в одну колонну за мной. Расстояние 10 метров. 10 метров. Киллер. Это группа, Снейка выдвигается. Так, у меня что, возле сарая, вот возле сарая, где машину. Отметка рекрут. Кто-то находится, кто-то. Враг, враг. Контакт, возле контакт. Я не знаю, займи позицию спину. Ложись, ложись. Чтобы ранен, ранен, блядь. Сдаюсь. Все, не трогай, лис. Я не хочу умирать. У нас тут дезертиры, ребята. Снег, рекру столкнулись с противником. Принял, я умираю, хорошо. Работайте, работайте, поднимите шмеля. Противника ликвидировали. Хорошо, отличная работа. Продолжаем движение. Так, я прикрываю, вы его давайте поднимайте. Все, понял, давай, спасибо. Не отстаем, не отстаем, команда Снейка. Вперед, двигаемся, двигаемся. Заходим в синий зону. В сторону сарая. Принял, принял. Антария, меня прикрой, я перехожу. Группа рекрут. Группа Снейка зашла в синюю зону. Прием. Так, Антария, давай переходи. Слоупок. Ко мне. Да-да-да. Где? Вверху на пригорке сейчас отмечу. И смотри на шмеля. Ирбиш. Ирбиш, прием. Шмель, давай к нам. На цель. Ирбиш, шпили... шпили... Бляха, муха. Шпиллер, шпиллер, займите здесь позицию у дома, у дома. У дома, сторожите мне дом. Мне это говоришь? Шпиллеру и Ирбису. Ирбису. Блин. Не понял, оборону занять? Так точно, оборону дома занять, потому что этот дом могут ликвидировать. Понял. Информатор, информатор, прием. Так, по нам киллер. Работает, походу, так, ребят, давайте к домику деревянному. Информатор, прием. Информатор, прием. Раз, два, три, прием, информатор. Информатор, прием. По нам работает, состав по 20. Ходи туда, в сарай. Почитай заметки, пока у тебя время есть. Какой дом? Конечно, это... Блин, вы даже заметок не читаете, ребят. Вы-то на хардкоре находитесь. Смотри вон туда в лес. Штивель, зайди к нам и смотри в сторону сарая. Я пример. Возможно, я вижу противника. Снейк, координаты. Ну, ребят, тебе надо будет сказать, где? Это слоупок. Сейчас через бинокль посмотрю. Пока не надо. Вот слоупок, ты где? Я тебя вот не вижу. Нет, не противник. Я тебе сказал, карте. Так, Антария, я понял, где ты. Так, Стивель, смотри назад, в сторону сарая, откуда пришли. Информатор, прием, раз, два, три, да, это группа Снейка. Встань возле этого, Антарио. Антарио, подойди ближе к двери сарая. Ты очень открыт просто. Информатор, принял. Прием, это группа Снейка, раз, два, три, прием. Так, у нас прямо рядом, прямо рядом здесь. Один под обстрелом. Блин, дымовух нету. Возможный противник где-то находится на азимуте 60-80 со стороны моря на отметке реку. У нас минус один. Информатор, прием. Блять, я ранен, шмель. Минус два у нас. Ребята, меня прижали. Черт. Отстаю, отступаем. К Найт отступаем. Группа рекрут, отступаем. Черт, группа рекрут ликвидирована. Информатор, прием. Рекрут информатор, на месте, прием. Одного ликвидировал, не знаю, сколько их тут еще. Я отступаю к сараю. Информатор, прием. Это группа Снейка, прием.
Информатор, прием, это группа Снейка заходит в дом. Информатор. Информатор где-то со мной рядом. Информатор, прием. Это группа Снейка, прием. Я, короче, сейчас вот лодки. Информатор где-то рядом, а что, где он? Видишь меня, нет? Захожу в дом, информатор. Я открыл дверь, информатор, захожу. Все нормально. Все, все, вижу тебя. Пусть открыта дверь будет, пусть открыта будет дверь. Все, информатор у меня, ребята, контролируйте дом, прием. Принято. Это к нам, это моя группа. Контролируйте дом. Продвигаюсь к сараю. Группа рекрут. Понял вас, я думал, вы вообще ликвидированы. Слоупок принял. Группа Снейк, нам продолжать оборону, да? Так точно, так точно. Все принято. Что делать мне, вот вопрос. Ты мне не дал приказ оборону. Это Кнайт, я возле сарая, ожидаю дальнейших показаний. Можешь мне помочь Кнайту? Кнайт. Группа рекрут по возможности выдвинуться к точке контрабанда. Денчик, то же самое, приступаем. Принял. Это Кнайт, на карте не указана отметка контрабанды. Уточните, пожалуйста. Вопросительный знак. Именно стандартная карта. Повторяю, вопросительный знак контрабанды. Принял вас, буду продвигаться туда вдоль дороги. Я через дорогу за забором от точки. Вижу тебя, Кнайт. Я тоже. Ты, Кнайт, бегаешь? Так точно. Вот забежал к нему, да? Кубик спален, посреди дороги бежит. Снегает слопок, информатор свой. Я справа. Может, слева, так направо. Точно. Информатор у меня. Принял. Ждем вас около вот. Так, я на отметке контрабанды. Снэйк, кто сейчас в доме из нас? А, как он умер? Ребят, с победой! Алло! Как его убили? Кого убили?